Добро пожаловать на шестое занятие. Мы только что прошли тему ⁇ Бог берет отмщение на себя ⁇ А теперь вопрос посложнее. Как Богу удается прощать любые грехи? И в то же время, прощая любые грехи, Он разворачивается и говорит. Но если не простишь от сердца брата своего, то и я тебя не прощу. Что все это означает? В этом мы постараемся разобраться на занятии о том, как Богу удается прощать любые грехи. Часть первая. Что чувствует Бог, когда мы ему не повинуемся? Это вопрос номер один. Прощение нужно тогда, когда есть рана или обида. Если никто вас не обижал, вам и не нужно прощать? Меня сегодня не обижали, сегодня мне ничего прощать не нужно. Поэтому в основе нашей темы лежит вопрос, а что нужно прощать Богу? Ответ — раны, нанесенные нами. Я его ранил, вы его ранили. Посмотрим, что сказано в пособии. Что чувствует Бог, когда мы Ему не повинуемся? Взгляните на стихи 17 главы Деяний. Павел проповедует в Греции и говорит, «От одной крови от Адама он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, то, где будут жить народы. Это Бог решил, а не они сами, чтобы они искали Бога. Вот их предназначение. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Прочтите конец вслух. Итак, мы, будучи родом Божьим, что? Прочтите еще раз. Итак, мы, будучи родом Божиим, в Евангелии от Луки написано, что, сотворив Адама, Бог назвал его Сыном Божиим. Не таким, конечно, как Иисус Христос, вечный Божий Сын. Тем не менее, Адам тоже был своего рода Божьим ребенком. Не от женщины, а из праха, в который сам Бог вдохнул дыхание жизни. Поэтому он стал сыном, потому что Бог вложил в него частичку себя. И тогда, когда в прах вошел дух, когда они слились, появилась душа. Душа лежит на стыке духа и тела. Кто я? Я дух, живущий в теле, наделенной душой. А Бог говорит, я отец всех духов. Поэтому, говоря о Божьем прощении, мы должны понимать, что каждый человек — Божий потомок. Его род. Бог говорит, что Он наш Отец, а мы — Его род. Вот что имеется в виду под фразой «мы, будучи родом Божиим». Это относится не только к обращенным верующим, а ко всем. Хорошо. Это поможет понять, почему мы способны обидеть Бога. Второй пункт. В глазах Бога любое наше непослушание направлено против Него лично. Почему? Он наш Отец. Еще раз второй пункт. В глазах Бога любое наше непослушание направлено против Него лично. Я провожу тут четыре примера из разных мест Писания. Бог бывал сокрушен, незабываемый для меня стих. И 6.9. Где Бог в моем переводе говорит, ⁇ Я был сокрушен ⁇ У вас другой перевод. Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. Но да, Бог бывает сокрушен. Когда я это прочел, то даже Библию отложил. Я и сам, наверное, не часто бывал сокрушен в своей жизни. Сокрушить могут только те люди, которых вы любите. Пока вы не осознаете, кто вы для Бога и какие чувства Он к вам питает, вы не ощутите, как тяжело Ему прощать нас. Бог скорбел и раздражался. Второй пункт из шестой главы бытия. И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на Земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на Земле и воскорбел в сердце своем. 94-й псалом. 40 лет я был раздражаем родом этим. 40 лет? Это долго? Бог испытывал жалость и сострадание. Пункт 2.3. Прочтем последнее предложение. Повернулось во мне сердце мое. Возгорелась вся жалость моя, говорит Господь. Бог страстно желает послушания. Бог также хочет нас благословить. Пункт 2.4. Бог страстно желает послушания. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Чего желает Бог? Всего самого лучшего детям своим. Так ведь? Третий пункт. Когда мы пренебрегаем Богом или восстаем против Него, Он скорбит и печалится. Скорбит и печалится. Так что же чувствует Бог, когда мы Ему не повинуемся? то же, что любящий отец, чьи дети дерзко против него восстают. Это его сокрушает. Часть вторая. Как реагирует Бог на наши грехи и непослушание? Здесь у нас тоже ряд подпунктов, а именно четыре. Первое. Из-за наших грехов и непослушания Бог видел в нас своих врагов. Взгляните на отрывок ниже. Когда мы были еще грешниками, Ибо если, будучи врагами, врагами, мы своевольно восстали против всемогущего Бога, нашего Небесного Отца, и стали Его врагами. Второе. О, и дальше еще хуже. Вторая глава Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, а теперь читайте внимательно. «По воле князя, господствующего в воздухе». Погодите, погодите, я что, исполнял волю князя, господствующего в воздухе, то есть сатаны? Да, исполнял. И вы тоже. Духа, действующего ныне в сынах противления. Вопрос. Мы все когда-то исполняли волю сатаны. Взгляните на остаток отрывка, между которыми и мы все, все, каждый из нас, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, прочтите-ка, детьми гнева. И следующий стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Прочтите вслух. «Но гнев Божий пребывает на нем». Что здесь сказано о Божьих чувствах? Что они сильны. Второй пункт. Бог пылал на нас гневом. Бог пылал на нас гневом из-за нашего сознательного непослушания. Бог не соблюдает нейтралитет. Мы стали Его врагами. Живем по воле Его врага, сатаны. На нас пребывает гнев Божий. И вот важнейший момент. Третий пункт, вторая глава бытия. И заповедал Господь Бог человеку, Адаму, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Отсюда третье. От сотворения мира, от начала всего, Бог постановил, что непослушание приводит к смертному приговору. Ого. Как это? Ну вот представьте себе, что на войне генерал говорит, иди сражайся. Это вот туда. А мы убегаем. Что будет, если ослушаться генерала? Вас расстреляют. Тут же Всемогущий Бог говорит, если не будешь делать, как велю я, твой создатель, ты умрешь. Наверное, это был важный принцип для Бога. Очень важный. И, наверное, ему было очень больно думать, что его дети умрут из-за этого. По Божьей справедливости, одни и те же грехи заслуживают одного и того же наказания — вечности в аду. Четвертый пункт говорит о Божьей справедливости. По его справедливости, одни и те же грехи заслуживают одного и того же наказания. А иначе он несправедлив. Задумайтесь на минутку. Бог справедлив. Если кто-то совершает определенный грех и получает наказание, справедливость требует, чтобы другой человек за такой же грех был наказан точно так же. Взгляните на стих ниже. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, что сделали ангелы? Согрешили и были брошены в ад», сказано здесь. От Матфея, глава 25. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Читайте дальше вслух вместе со мной. «Уготованы дьяволу и ангелам его». Посмотрите на меня. Почему Бог создал ад? Не для людей. Он создал ад для ангелов, которых также называют сынами. Иного вида, но сынами. И когда некоторые из них восстали и поступили прямо противоположно Божьим заповедям, они были брошены прямо в ад. И когда мы, его сыны и дочери, восстаем против него, Он наказывает нас точно так же, а именно бросает в огонь, уготованные ангелам. Ведь мы совершаем тот же грех, что и они. Вот так. Взгляните на следующий стих. «И судимы были мертвые», речь идет о страшном суде, «по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Итак, о чем мы сейчас говорим? О том, как Бог реагирует на наше непослушание. Ответ, он относится к этому очень серьезно и говорит, если вы решите меня ослушаться, то умрете. И не просто умрете. Я накажу вас точно так же, как наказал представителей другой расы, ангелов, когда они восстали против меня. А их я бросил в одно ужасное место навсегда. И если вы совершите тот же грех, то и отправитесь в то же место. Вот так вот. А теперь третья часть. Как Бог переживал свою скорб и раны, нанесенные Его детьми? Как Бог это переживал? Первый пункт. Бог не закрыл от нас Свое Святое Сердце и нашел справедливое решение. Что я имею в виду? Что делаем мы, когда нас ранят? Закрываем сердце. Злимся. Накапливаем горечь. Злословим обижаемся, ненавидим. Бог же, наоборот, не закрыл свое сердце вопреки всему, что мы совершили против Него, хотя Он и гневался, и вершил свой суд. Дальше, когда Бог выносит постановление, так оно и будет. Очень часто, если спросишь у кого-нибудь, попадет ли он на небеса, и если да, то почему он так думает, человек ответит примерно так. «Ну, я, конечно, не идеален, но бывают люди и похуже. Я стараюсь делать добро время от времени». А теперь подумайте, как оно есть на самом деле. Человек предстает перед судьей, и судья говорит, «Ты когда-нибудь грешил? Сознательно мне не повиновался?» Ну да, бывало. Помнишь, какое наказание положено за это от начала? Плата за грех ⁇ смерть. Ничего не изменилось. Помнишь, да? Да. Помнишь, что плата за грех ⁇ смерть? Да. И ты подобно тем ангелам восставал против меня. По справедливости я отправил их в ад. Куда же мне отправить тебя? В ад получается, но, Боже, что? Я сделал немало добрых дел. Учти это, пожалуйста. И ты думаешь, что твои добрые дела отменят наказание? Наказание не зависит от того, каких дел больше. Наказание ⁇ смерть. И если ты считаешь, что я изменю свое мнение спустя столько лет, мне жаль. Все ваши добрые дела бессильны перед наказанием. Ой-ой. Все, на что я надеюсь, вдруг оно загладит мою вину перед Богом? Не загладит. Почему? Наказание неизменно. Вы умрете. Вот почему Бог говорит, что ваши добрые дела не имеют значения. То есть, конечно, имеют, но не спасают от смерти. Кто же из вас не грешил, не восставал против Бога? У кого над головой не висит смертный приговор? И как это исправить? Никак. Это невозможно. Если стекло разбилось, оно разбилось. Если вы хоть раз осознанно согрешили против Бога, придется умереть. То есть надежды нет? Надежды нет. Пока вы не убедитесь, что надежды нет, вы не поймете, что сделал для нас Бог. Могу ли я избежать смертного приговора? Не могу. Если я вернусь к Богу и скажу, я так жалею содеянным, Он скажет, да, но ты сознательно грешил против меня много раз, и поэтому приговорен к смерти. Но я же сделал столько добрых дел. Это чудесно, но ты все равно приговорен к смерти. Понимаете, все согрешили и лишены славы Божьей. Нам не на что надеяться. Бог видит в нас своих врагов. Мы живем по воле князя, господствующего в воздухе. Гнев Божий пребывает на нас. Он судья справедливый. Только осознавая все это, можно понять, что Бог сделал дальше. Помню, я преподавал в России, Украине и Эстонии, обучал множество людей. Меня пригласили выступить на большой конференции на побережье Черного моря. И мне очень хотелось поплавать в Черном море. И вот однажды после занятия я пришел на пляж, а там было много людей с нашей конференции. Я себе плаваю и вижу в сторонке группу из четырех директоров школ. Конференция была для педагогов. И тут они потихоньку пробираются ко мне. И одна директриса говорит, «Давно хочу кое-что вам рассказать». Да, и что? Историю о моем отце. О вашем отце? Мой отец старый еврей, ему 90 лет. У вас есть видеокурс по Библии про грех и спасение, и в нем занятие о грехе. И там вы не предлагаете никакого решения, а только говорите, что мы пропали, и нам не на что надеяться. Она продолжала, мой 90-летний отец еврей смотрел этот курс вместе с нами дома в гостиной. Когда вы процитировали те стихи, знаете, что он сделал? Не знаю. Упал на колени и умолял Бога его простить, потому что ему не на что надеяться. Я так и рассчитывал, сказал я. Я понимаю, отец пошел спать в слезах, а на следующее утро встал и спросил. А есть еще видео? Мы включили урок под названием ⁇ Спасение ⁇ И когда он узнал Божий выход из своей безнадежной ситуации, он упал на колени, уверовал в Иисуса и родился свыше. Но если бы он не ощутил, что надежды нет, он никогда бы не принял спасение. Пока вы не поймете, как далеко мы отпали, как сильно ранили Бога, о, ладно. Следующий пункт. Божье решение в том, что смертный приговор должен понести кто-то вместо нас. Поскольку Бог любил нас даже во грехах, как Он мог поступить, чтобы исполнить смертный приговор? Найти того, кто не согрешил и кто мог бы умереть за каждого согрешившего человека. То, что вы сейчас прочтете, совершенно невероятно. Задумайтесь на минутку. Что чувствуют родители, если их ребенок сбился с пути и проматывает свою жизнь? Перестают ли его любить? Нет. Сильно расстраиваются? Да. Сокрушаются всем сердцем? Да. Такие чувства испытывал и Бог ко всем нам. Но Он сам постановил, что наказание за грех — смерть. А теперь посмотрите, что говорит Исаия в 53 главе. «Бог решил вступиться за нас». Это пророчество, которое исполнил Христос. Мы отвращали от Него, от Иисуса, лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем. Какие сильные слова. Наказуем и уничижен Богом. Бог уничижил Иисуса. Но Он, Иисус, изъязвлен был за что? За грехи наши. Что? Почему Он был изъязвлен? За наши, за мои грехи. И мучим за беззаконие наши. И вот обратите внимание на следующее. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Подчеркните следующее предложение. И Господь возложил на него грехи всех нас. Так что же сделал Бог Отец? Посмотрите на меня. Это потрясающе. Бог Отец, наш Отец, помните, мы Его дети, Его род. Бог Отец повернулся к своему вечному единородному Сыну Иисусу и сказал, Хочу тебя кое о чем попросить. Не займешь ли ты их место? Хочу вернуть их к себе, хоть они разбили мне сердце. А единственный способ их вернуть это чтобы безгрешный человек взял на себя их наказание и умер вместо них, вместо моих врагов. Согласен? Иисус согласился. И когда он взошел на крест, его отец, Бог, смог сказать, я возлагаю на Иисуса все грехи всех когда-либо живших людей, от Адама и до конца времен. Все грехи, которые они совершили, совершают и будут совершать. И Иисус берет на себя их грехи вместо них. В некотором смысле можно представить, что Бог Отец сказал Сыну. Видишь этого человека? Он должен умереть. Подойди к нему. Ты не должен умирать, но я переложу его грехи с него на тебя, и поэтому умрешь ты плата будет заплачена, и этому человеку не придется умирать. А тебе придется, поскольку я Бог, я могу применить это ко всем людям сразу. Поэтому все грехи, которые я совершил в прошлом, были возложены на человека по имени Иисус еще две тысячи лет назад. Ничего себе! И все грехи, которые я совершу завтра, то есть в моем будущем, также были возложены на Иисуса. Ведь и мои вчерашние грехи 2000 лет назад тоже были в будущем, в далеком будущем. Это лишь наша перспектива. Две тысячи лет назад Он умер за грехи моего прошлого, настоящего и будущего, сколько бы я ни прожил на Земле. Для него нет прошлого, настоящего и будущего. Он заплатил за все 2000 лет назад. Вот почему Он сказал свершилось вам нечего к этому добавить. Почему? Потому что Он заплатил за все. Все грехи, которые я совершил и совершу, оплачены две тысячи лет назад. Так что же я могу сделать, чтобы спастись? Ответ — ничего. Почему? У меня выписан смертный приговор. Придется либо умереть, либо найти того, кто умрет за меня. Что я могу сделать? Ничего. Да, вы не можете спасти себя сами, и никогда не могли. Это дар. Это дар. Не за дела. То есть, Он взял все мои грехи? Да. И самый огромный, и самый огромный уже на Нем. Ух ты. Хочу еще кое-что вам показать, но не знаю, смогу ли. Эта тема настолько выше меня, что чувствует Бог. Прощение всегда связано с эмоциями. Что чувствовал Бог, когда просил Своего Сына умереть за нас с вами и за все, что мы совершили против Него? Об этом написано дальше в отрывке из Исаии, и я так часто возвращаюсь мыслями к этому стиху. Десятый стих из 53 главы Исаии. Но Господу угодно... Что? Господу угодно было поразить его, и он предал Иисуса мучению. Еще раз, что? Боже, Отче, с какими чувствами ты возлагал грехи на Иисуса и посылал его на смерть? Бог отвечает, это было мне угодно. Он был доволен. Но как может быть доволен отец, отправляя на смерть сына или дочь? Он думал о том, что приобретает, а именно нас. Вот так, вот неужели Бог ему было угодно поразить Иисуса? Что это говорит о его чувствах к нам? Если ради нас ему было угодно убить своего Сына, не евреи убили Христа, его убил Бог Отец, так сказано в библейском тексте. Отцу угодно было поразить сына. Слово поразить означает убить. Он, а не евреи, предал Иисуса мучению. Он предал Иисуса мучению. Бог Отец сделал своего любимого сына Иисуса жертвой за грех. Не евреи убили Христа, его убил Бог Отец. Евреи просто случайно там оказались. Понимаете? Разве не так говорит Библия? Именно так? Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех Бог, отец Своего Сына Иисуса, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. А теперь вопрос. Почему Отец решил наказать вместо нас Сына, которого любит так, что мы даже не представляем? Сейчас вы это узнаете. Это ошеломительно. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, то есть за нас. Ибо едва ли кто умрет за праведника, Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, непокорными, ненавидящими его. Не тогда, когда мы покаялись. Нет, Христос умер за нас, когда мы были врагами Бога. И вот нечто, что вам возможно никогда не постичь. Я не постиг. Это ответ на вопрос, как сильно Бог меня любит. Как сильно Бог любит вас. Смотрите, что пишет Иоанн. Он цитирует Христа. Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Знаете, как написано в греческом оригинале? «Да познает мир, что сила любви, которую ты испытываешь ко мне, твоему единородному сыну, тождественно силе твоей любви к другим твоим сыновьям и дочерям». То есть... Как бы это ни шокировало, Бог Отец любит Иисуса точно так же сильно, как и вас. Вот почему Бог послал его на смерть вместо вас. Бог любит Иисуса не больше, чем вас. Он любит вас и его одинаково. Насколько же драгоценны вы в его очах? Богу было угодно послать на смерть своего сына, поскольку он возлюбил нас как Иисуса. Четвертый пункт. Важнейшее доктринальное утверждение. Бог послал Иисуса, чтобы тот сменил его гнев на милость. Гнев на милость, полностью заплатив за все наши грехи. Позвольте вам объяснить. Но вначале прочтем стих. «Любовь Божия к нам открылась, проявилась». Как проявилась Божья любовь к нам? «В том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, так Он доказал, что любит нас. Почему Он послал в мир Своего Единородного Сына, и как это доказывает, что Он нас любит? Чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего для важного дела. Сейчас будет важнейший богословский термин — «в умилостивление за грехи наши». Что означает это слово? Бог так сильно нас возлюбил, что послал своего Сына. В этом проявилась Его любовь. В этом действии. Как? Так, что Сын исполнил вот это слово. За наши грехи. Умилостивление ⁇ важный термин, но его значение очень-очень простое. Оно означает, что гнев смягчается. Что вы удовлетворены. Предположим, наше занятие оканчивается, и все мы идем по машинам. А вы вчера купили навехонькую машину, машину своей мечты. Копили на нее деньги пять лет. Она идеальна. Вы даже паркуетесь подальше от всех, чтобы не перебить этот запах новой машины. А я в конце дня, уставший, невнимательный и не оценил расстояние до вашей машины. Выезжая со своего места на парковке, я слышу такой звук и думаю, о нет, неужели я ее поцарапал? А на вашей машине уже красуется огромная царапина во всю длину. Предположим, я не преподаватель, а такой же участник, как и все. Вы выходите из машины. Смотрите, что вы натворили. О, ужас, моя машина! Нужно смотреть, куда едешь. Но я подхожу к вам и говорю, понимаю, виноват на 100%. Как думаете, сколько будет стоить закрасить царапину? Думаю, 6 тысяч южноафриканских рендов. Хорошо, не буду спорить. Вот вам 6 тысяч рендов наличными. Не хочу, чтобы вы морочили себе голову со страховкой, ведь это я виноват. А как долго вам придется обходиться без машины? четыре дня. Это неудобно, правда? Вот вам еще три тысячи рендов на такси. Ну и как моральную компенсацию за тяжелый день, возьмите еще 5000 тысяч сверху, пожалуйста. Вы бы видели ее улыбку. Серьезно? Ей нравится эта история. Она думает, деньги оставьте, пожалуйста. Но все-таки что случилось? Пострадавшая довольна. Это умилостивление. Нет, нет. Деньги ваши по благодати. Не нужно их мне возвращать, и моей жене тоже. Это вам. Итак, вот Божий гнев. Его очень-очень много. Вам придется отправиться в ад за свои грехи. Но вот Иисус. Все, из-за чего так гневался Бог Отец, переходит на Иисуса, грехи всех людей. И когда Иисус умирает, Отец говорит, довольно, достаточно, ты заплатил сполна. Это и есть умилостивление. Умилостивление за наши грехи. Как знать, что кто-то уже умилостивлен? Он говорит, достаточно, я удовлетворен. Так гневается ли на вас Бог теперь? Нет, это невозможно. Может ли Он вас за что-то наказать? Да. Но гневается ли Он? Нет. Почему нет? Потому что за все мои грехи, прошлые, настоящие и будущие, уже заплатил Его Сын еще до моего рождения. Вот так. Вдохните свободно, Бог больше не гневается. Он умилостивлен. Он не только прощает все наши грехи, но и дает нам праведность Христа и усыновляет нас. Иди сюда, ты теперь прощен. Я принимаю тебя не просто как свой род, а как сына, как дочь, как члена моей семьи. Это возможно благодаря Христу. Вы этого не заслуживаете, но Он вас простил, и теперь это возможно. Однажды я преподавал этот материал, и один мужчина сказал, не знаю, хватит ли этого, хватит ли чего, хватит ли смерти Христа, как знать, достаточно ли ее для моих грехов. Я очень много успел нагрешить. Тогда я спросил, хотите узнать ответ? Да, у вас есть ответ? Есть. В Библии сказано, что Христос воскрес для оправдания нашего. Что это означает? Но ну, Библия четко говорит, что на небесах нет места никакому злу или греху. Поэтому, когда Бог возложил на Христа все наши грехи, великое чудо не в том, что Он умер. Великое чудо, пустит ли Бог его снова на небеса? ведь на нем все грехи. И если бы он сделал недостаточно, грехи так и оставались бы на нем, и Бог Отец его бы не пустил. Великая победа христианства не в том, что Христос умер за мои грехи, она в том, что Отец принял Его смерть за мои грехи и впустил Его обратно. Надежда не в смерти Христа, а в Его воскресении. Оно доказывает, что умилостивление совершилось. Ведь на Христе не могли оставаться какие-либо грехи, неважно кого, неважно сколько, а иначе отец не впустил бы его на небеса. Но отцу было угодно сокрушить сына, чтобы вернуть нас к себе. М -м -м. Как же велик наш Бог. О, я не перестаю поражаться тому, что сейчас вам преподаю. Часть четвертая. Каким образом человек получает Божье прощение? Христос заплатил за наши грехи, но как мне это принять? Первый пункт. Бог оплатил наш долг через Иисуса Христа. Его жертва ⁇ дар нам. Это дар. Я никак не могу его заслужить. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Второй пункт. Подчеркните его. Бог не позволяет людям оплачивать свой долг добрыми делами. Поэтому те, кто говорит, «Я стараюсь как могу, если Бог справедлив, Он должен впустить меня на небеса», жестоко ошибаются. Мы заслужили смертный приговор — Добрые дела тут ни при чем, не пустит. Даже самый лучший человек на земле восстал против Бога много-много раз и заслуживает смертного приговора. Третье. Бог требует от нас одной лишь веры в искупительную смерть Христа. Этого достаточно для спасения. Как это? «Ибо так возлюбил Бог мир, вы знаете этот стих. «Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий...» Дальше какое слово? «Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Взгляните на стих ниже Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его как Спасителя, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». О чем здесь идет речь? Библия четко учит, что Бог возложил грехи всех людей на Иисуса. Если кто-то вам скажет, Иисус умер не за всех, этот человек просто выкинул из Писания те стихи, которые ему не понравились. Там написано черным по белому. Он умер за все грехи всех людей. Понятно? Он заплатил за все грехи всех людей. Тогда почему же не все попадут на небеса? Раз нет таких людей, за которых Иисус не умирал? Отличный вопрос. Потому что Бог хочет, чтобы мы осознали, что Он для нас сделал, а именно послал в мир Иисуса. И чтобы мы приняли этот факт. Это называется покаяние. Нет спасения без покаяния. Что это означает? До этого момента в моей жизни я думал, что мне нужно совершать побольше добрых дел. И тогда Бог скажет, а ты неплохой человек, сынок, заходи. То есть я сам пытался заслужить спасение. Но поскольку смертный приговор не отменить добрыми делами, я должен осознать свое заблуждение. Слово покаяться означает передумать изменить свой образ мышления. Я каюсь, значит, раньше я думал, что сам могу спастись добрыми делами. Но теперь я передумал, я каюсь и осознаю, что не способен спасти себя сам. Вот что такое покаяние. Но если мое наказание не возьмет на себя некто безгрешный, если он не заплатит за мой грех, я пойду в ад, точка. Надежды нет. Это покаяние. В ответ Бог Отец говорит, я так сильно тебя люблю, так же, как люблю Иисуса. Хочу, чтобы ты навсегда вернулся ко мне. Но приходя ко мне, ты должен оставить гордыню. Я делаю это, потому что люблю тебя. И сын мой тоже тебя любит. От тебя я хочу только одного. Ты веришь, что он умер вместо тебя? Это все, чего я хочу. Вам нужно смириться и сказать, я не могу спасти себя сам. Никак не могу, и поэтому больше на себя не полагаюсь. Не могу, не могу, не могу. Я пропал. Но я верю в одно единственное возможное решение. Я верю в Иисуса не просто как в хорошего человека. Верю, что совершенного им достаточно. Он сполна заплатил за все мои грехи. Это умилостивление. Я верю, что Он умер за все мои грехи, и все мои грехи оплачены. Мне не нужно бояться за те грехи, которые я еще совершу, ведь все мои грехи две тысячи лет назад были в далеком будущем. Мне нужно смириться и сказать, я принимаю дар Христовой смерти ради меня. Нужно поверить, что Его смерть — мой единственный путь к спасению. Нужно признаться перед Богом, я пропал. Я заслуживаю ада. У меня нет надежды. И мне сложно поверить, что ты любишь меня хотя бы на миллионную долю, так как и Иисуса. Но ты так сказал и послал своего сына умереть за меня. Я принимаю твой дар заместительной смерти Христа ради меня и его кровь, пролитую за мои грехи. Я осознаю, что это мой единственный путь к вечной жизни. Когда человек это понимает и говорит об этом Богу, можно своими словами. Бог отвечает, свершилось. Дарю тебе свой дар. Дар уже ждет, вам лишь нужно его взять. Вам нужно его взять. Это дар, но нужно его взять. Тем, которые приняли его, приняли дар. В чем именно дар? В его смерти. Что нужно сделать? Взять его. Я принимаю твою смерть за меня. В ней все, что мне нужно. Многие в этом зале уже через это прошли, а многие еще нет. Может вы понимали что-то частично, но не все. Что Бог чувствовал к нам. Что Он сделал. Как сильно Он нас любит. Итак, если вы никогда еще не принимали этот дар, возможно вы давно посещаете церковь, кто знает. А может никогда не переступали ее порог. Пришло время принять Божий подарок. Как именно это происходит? Обычно я спрашиваю своего собеседника, вы это понимаете? Да. Если у вас другой выход кроме Иисуса? Нет, нет. Получается, вас ждет ад? Угу. И вы туда хотите? В ад нет. Так человек отвечает, а я ему говорю, хотите сию же минуту уверовать в смерть и воскресение Иисуса как единственный путь к спасению? Хотите доверить Ему свою жизнь? Да. Принимаете Его как Спасителя? Да. Пожмете мне руку в подтверждение? Вот так вот. Так оно бывает. И дело, конечно, не в рукопожатии, а в осознании «да, я принимаю Христа». Итак, есть ли здесь люди, которые раньше всего этого не понимали, а сейчас думают «и я хочу принять Христа сегодня» может, кто-то на галерке. Нужно лишь сказать, знаете, я наконец-то понял истину о спасении. Он действительно умер за меня, этого достаточно. Он за все заплатил. А я, по сути, никогда еще не принимал его, не говорил, хочу взять Божий дар. Я всегда старался быть лучше, но теперь понимаю, что это ничего не даст. Если это вы, хочу пожать вам руку прямо здесь. Кому еще пожать руку? Прямо сейчас. Да. Кому пожать руку? Есть такие люди? Я знаю, что есть. Где вы? Может, там сзади? Спускайтесь. Хочу пожать вам руку. Чудесно, поаплодируем. Выходите сюда. Как вас зовут? Вы готовы не полагаться на себя и принять Иисуса как своего Спасителя? Принимаете его? Теперь вы рождены свыше. Увидимся на небесах, приятель. Похлопайте ему. Еще кто-нибудь. Может кто-то из женщин? Да, давайте я подойду к вам. Протяну руку через стол, если вы не против. Как вас зовут? Очень приятно. Вы раскаиваетесь в том, что полагались на свои добрые дела. Доверяйте Иисусу Христу всецело. Принимаете Его как Спасителя. Встретимся на небесах и с Ним тоже. Аплодисменты. Но это же слишком легко так верить. Мне часто приходится такое слышать. Слишком легко. Погодите. Кто потрудился для спасения, я или Иисус? Он. Он сделал все. Что осталось мне? Ничего. 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 Ничего не делать, это легко или сложно? Не сложно. Люди, конечно, пытаются добавить к вере дела, но спасение по вере это абсолютно не моя заслуга. Верить легко, если смириться и осознать, как сильно Бог вас возлюбил, как Иисус умер, чтобы вы вернулись к Богу. Да, это легко. Так и задумано. Я привел множество людей ко Христу за долгие годы. Еще кто-нибудь? Лидеры во время перерыва обязательно обсудите это со своей группой. Если тут кто-то еще, кто сидит и думает, «Хм, ⁇ Не бойтесь! ⁇ Отлично. Как вас зовут? Очень приятно. Вы раскаиваетесь, принимаете смерть и воскресение Христа, принимаете его как Спасителя. О, я вижу, что вы искренне. Увидимся на небесах и с вами тоже. Благословений вам. Очень хорошо. Мне кажется, есть еще один человек. Я могу ошибаться, но мне так кажется. Вы застенчивы и словно прилипли к скамье. Скамья, отлипни. Если хотите, конечно, буду рад пожать вам руку. Итак, если кто-то еще... Вперед, не затягивайте, не думайте, подойду к нему позже в коридоре. Подходите сейчас. Кто-то вот здесь. Есть кто-нибудь. Я прямо чувствую, кто-нибудь здесь. О, я так рад за вас. Как вас зовут? Очень приятно, Алекс. Вы верите в Иисуса Христа всем сердцем. Верите, что Он умер за ваши грехи, которые вы уже совершили и еще совершите. И вам теперь не о чем беспокоиться. Бог больше на вас не гневается. Он любит вас так же сильно, как Иисуса. Только подумайте об этом. Ух, если бы вы были единственным человеком на земле, Он все равно послал бы за вами своего Сына. Вы принимаете Его и Его спасение. Тогда встретимся и с вами. Рад вас видеть. Очень и очень хорошо. Давайте закончим план занятия. Вернемся к пособию. Вопрос, как же так? Бог прощает мне все грехи и одновременно не прощает непрощения. Сейчас разберемся. Шестая глава от Матфея. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Я составил таблицу с двумя колонками. Слева первый вид прощения, Божье прощение. Оно ведет к искуплению. Впишите слово «искуплению». Без него нам нет спасения. Нет спасения. Справа же другой вид прощения. Это не Божье прощение, а наше прощение, ведущее, заполните пробел, к беспрепятственным отношениям. Сейчас я быстро прокомментирую. Вы заполните пробел, и все станет ясно. Посмотрите на таблицу. Первый пункт слева. Нужда в Божьем прощении и искуплении ⁇ это проблема всех, всего человечества. Необходимо принять жертву Христа за ваши грехи. Справа эта проблема касается всех верующих. Второй пункт. Искупление нужно для вечной жизни после смерти. Если Бог не простит вам ваши грехи, после смерти вы попадете в ад. Тогда как справа, где прощение ради отношений, оно касается моей земной жизни. Дайте-ка я объясню, прежде чем идти дальше. Есть два вида спасения. Одно необходимо для спасения. Я должен раскаяться в грехах перед Богом. Христос умер за них. Я верю в смерть и воскресение Христа. Кстати, Бог Отец, спасая нас, совершает более 15 чудес. Одно из этих чудес — Он прощает все мои грехи и дарует мне дар вечной жизни. Когда я умру, передо мной откроются небесные врата, и я беспрепятственно войду, потому что мои грехи оплачены. Но когда я уже спасен, у меня есть выбор. Как я буду строить отношения с Богом? Если я буду грешить по-крупному и не прощать других людей, смотрите, что сделает Бог. Он уже простил все мои грехи, чтобы я мог попасть на небеса, но теперь Он скажет, «Тебе придется расплатиться за этот грех прямо сейчас. Я тебя накажу. Я не закрою от тебя небеса, поскольку все грехи, мешающие туда попасть, тебе уже прощены». Все, все, и это тоже. Но если ты сейчас грешишь, Лучше остановись, а иначе я отдам тебя истязателям и перестану прощать твои грехи на это время. И здесь начинаются мучения. И все это связано с моими отношениями с Богом здесь, на земле. Здесь, после смерти. Прощены ли мне грехи? Если не прощены, вход на небо закрыт. А здесь, до смерти. Бог будет меня наказывать, чтобы вернуть в послушание. Вот суть этого вида прощения. Это понятно? Хорошо. Третий пункт. Проблема в левой колонке. Требуется исполнение смертного приговора. Проблема в правой колонке. От нас требуется прощение здесь, на Земле. Четвертое. Божье сострадание к нам, а справа наше сострадание к другим людям и к самим себе. Пятое. Простит ли нам Бог? Простим ли мы других и себя? Уже проясняется? Хорошо. Шестое. Здесь нужно заполнить. Мы обретаем спасение от мук в аду. А справа? Спасение от мук в земной жизни. Вот так, думаю, вы чувствуете разницу. Седьмое. Муки не прекращаются после смерти, если вы не прощены. Муки прекращаются сразу же после прощения. Ну разве не чудесно? Восьмое. Что нужно от меня? Вера в искупительную смерть Христа. Повиновение Божьему требованию. Прощать. Я должен прощать. Девятое. Веруй и будешь спасен. Прощай и будешь свободен. Благодаря тому, что совершил Христос, спас нас. Благодаря тому, что совершаю я прощаю обидчиков. Одиннадцатое. Божий дар всем людям. Мой дар любому, кто меня обидел. Двенадцатое. Плата за грех — смерть. Но плата за грех не прощение, наказание. Вот это на земле в жизни Божьего ребенка, а это связано с вашей вечной жизнью. Прочтем последний стих на сегодня. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Ах, как хорошо! Переведите дыхание и подумайте, что вы узнали на этом занятии. Бог так сильно возлюбил нас, но мы разбили его сердце. И в конце концов стали его врагами. Он сильно гневался на нас и в то же время ужасно по нам скучал. А еще он с самого начала назначил плату за грех ⁇ смерть. А затем нашел того, кто ни разу не согрешил и поэтому не заслуживал смертной кары. И тогда Бог попросил Христа подменить нас. Он стал человеком, прожил жизнь без греха, и Бог возложил на него грехи всех людей. И Христос своей смертью заплатил за всех. Откуда мы знаем, что этого достаточно? Из двух понятий — умилостивление и оправдание. Умилостивление означает, что Бог на нас больше не гневается. Для этого было достаточно смерти Христа, ведь платой была смерть, и Христос внес эту плату. Почему можно не сомневаться, что этого достаточно? Потому что Бог снова впустил Иисуса на небеса. Он умер, чтобы заплатить за грехи. Вопрос, заплатил ли он достаточно? Ответ ⁇ да. Следующий вопрос, самый простой. Как сделать так, чтобы жертва Христа относилась и ко мне? Это дар. Он ждет вас. Нужно подойти и принять его, приняв Христа как Спасителя. Просто скажите, я не могу спасти себя сам. Спасибо, что ты умер за меня. И дар в то же мгновение будет у вас в руках. И эта дверь всегда открыта. Кстати, в Библии не сказано, что вечная жизнь начинается после смерти. Вечная жизнь начинается, как только вы уверуете. Именно тогда. Позднее, если в вашей жизни будет непрощение или другие грехи, Бог будет вас наказывать, как отец своего ребенка. На время Он может отдать вас состязателям, но это не влияет на спасение, а влияет на текущее отношение с Ним. Это понятно? Тем же, кто принял Христа сегодня, мои поздравления, это самый важный день в вашей жизни. Разрешите несколько минут поговорить с вами лично. Вы смотрели запись из Южной Африки, но сейчас пора поговорить от сердца к сердцу. Ведь еще важнее, чем простить других и себя, это ваши отношения с одним особенным человеком, которого вы в течение жизни ранили своими мыслями или поступками. Возможно, мы называем их грехами. В течение жизни, возможно, даже вчера. Вы знаете, о ком я говорю, не так ли? Это Господь Иисус Христос. И Он горячо желает вас простить. Не только некоторые из ваших поступков против Него, а все-все-все. Он предлагает вам начать с чистой страницы. Видите ли, Он умер за все ваши грехи без исключения, и сейчас предлагает вам лично величайший дар всех времен, дар спасения, дар прощения грехов, дар вечной жизни на небесах вместе с Ним и со всеми другими людьми, которые в тот или иной момент своей жизни преклонили свои сердца пред Ним, попросили у Него прощения, исповедали свои грехи, и доверились одному единственному человеку. Не себе, не своим добрым делам, нет, кому-то другому. И Иисусу Христу, умершему за их грехи и воскресшему, и взошедшему на небеса в доказательство того, что грехи оплачены сполна. Вы уже приняли этот дар? Если нет, ну чего же вы ждете? Нет, серьезно, чего же вы ждете? Почему не бежите в объятия Иисуса немедленно? Почему вы не смиряетесь, не исповедуете свои грехи, не принимаете Его как Господа и Спасителя? Через минутку я попрошу вас склонить голову вместе со мной. И не важно, где вы это смотрите. В мега-церкви с пятью тысячами людей, в малой группе, со своей семьей или сами на ноутбуке или смартфоне. Через минутку я попрошу вас склонить голову и помолиться вместе со мной. И знаете, конкретные слова не так важны, как отношение вашего сердца. Если вы уже знаете Иисуса Христа, просто повторите эти слова со мной, как напоминание самому себе. Но если это ваш... Момент спасения, скажу вам прямо. Небеса давно вас ждут. Итак, склоним головы. Если вы уже знаете Христа, просто повторяйте со мной, можно шепотом. А если нет, помолитесь этими словами в первый раз. Дорогой Боже, я прихожу к тебе и исповедую свои грехи перед тобой. Я много раз грешил самыми разными грехами. Я знаю, что не способен спасти себя сам. Верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Только благодаря пролитой им крови я могу обрести Твое прощение. Поэтому я верую в Иисуса Христа и всецело на Него полагаюсь. Я прошу Его стать моим Господом и Спасителем. Я принимаю Его прощение и спасение. Спасибо, что Ты умер за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Что ж, поздравляю. Добро пожаловать в Божью семью. Буду с нетерпением ждать нашей встречи. Где бы вы ни жили, однажды я хочу с вами познакомиться. Где-нибудь в вечности, в золотом городе, о котором написано в Библии. Пожалуйста, подойдите ко мне и скажите. Знаете, я один из участников семинара о прощении. И я не только простил других людей и себя, но и сам принял Божье прощение через Иисуса Христа. Но есть еще одна просьба к вам. Расскажите об этом кому-нибудь еще, любому, кто верит в Иисуса. Если вы посещаете церковь, расскажите пастору. А если нет, пойдите в церковь, найдите хорошую церковь, где процветает библейское учение, где люди любят Христа и проповедуют Писание. Скажите пастору, доктор Брюс просил рассказать вам, что я недавно уверовал в Иисуса. И пусть люди в церкви будут для вас ободрением. Они непременно порадуются за вас, ведь они понимают важность того, что произошло в вашей жизни.